Всем привет, я Картавый Шепелявый. Сегодня я приготовлю, по моему мнению, самую простую и быструю приготовлению колбасу. Я ее называю мясной колобок. Но в принципе она будет... Почему мясной колобок? Потому что она будет выглядеть круглой, похожей на колобок. Но если бы я использовал для набивки не пузырь, а чреву, она бы не была колобком, но все же осталась вкусной и простой, и быстрой приготовления колбасой. В прошлом видео колбасном я готовил сыровяленую салями по хитрому рецепту. Нет, по хитрым способам, когда мясо перекручивалось и сразу же набивалось в чреву. Сегодня я тоже буду использовать этот же самый метод. Только колбаса будет не сыровяленая, а вареная. И варить ее буду в мультиварке. Дело в том, что я несколько раз в своих видео говорил, что очень удобно варить колбасу в мультиварке, и получил ироничные комментарии, типа, это то ли невозможно, то ли не знаю. Но я покажу, как варить колбасу именно в мультиварке сегодня. И у меня используется мясо заранее порезанное и посоленное нитритной солью. Ну, просто мне так очень удобно кормить мясо. И, скажем так, когда я покупаю мясо, я покупаю с запасами, все приготовить сразу не получается. И не только не получается, иногда просто нет желания и сил, скажем так. Поэтому его просто нарезаю, засаливаю нитритной солью, ставлю в холодильник. Там оно может стоять несколько дней, но, в принципе, вплоть до недели. И оно будет только лучше, не ухудшается. Вот, если же у вас мясо свежее, вы можете сейчас его порезать и посолить нитритной солью. Точное количество ингредиентов для колбасы есть в описании. Кстати, там есть и пошаговые инструкции, что и как делать. Если у вас нет нитритной соли, можно использовать обычную соль в этой колбасе. Скажем так, она просто будет выглядеть чуть-чуть не так, как приготовленная мной колбаса с нитритной солью. Но на вкус это не повлияет. Также нужно будет молотая паприка. Также буду использовать хлопья паприки, сухой чеснок. Ну, можно, в принципе, и свежий, если нет сухого чеснока. Ну и мясорубка. Весь процесс займет всего лишь несколько часов. То есть вот сейчас сама набивка оболочки. Потом, если вы используете нитритную соль, можно дать полежать готовому батону часик, чтобы он чуть-чуть созрел. И дальше уже варить. Если обычную соль, можно сразу после набивки варить колбасу. Ну, варка займет 3-4 часа. Вот весь процесс. Итак, приступим. А, еще главный момент. Вы видите, что насадка для набивки колбас, она где-то поверх решетки. Главное, чтобы ножи были в мясорубке очень острыми и не было никаких люфтов. Итак, возьмем чреву, или у меня это свиной пузырь. Свиной пузырь я вымачивал сутки и срезал кончик, чтобы легко было одеть его. Одеваем. Да, чуть-чуть я заговорился, но ничего. Добавим специи в мясо. Ну, вы в этот момент и соль можете добавлять. Так, перемешаю это. Ну, чтобы более-менее равномерно распределилось все. Значит, паприка, которая хлопьями, она будет немножко, конечно, падать на дно контейнера. Нужно будет ее немножко вылавливать и добавлять к мясу, чтобы не осталось ничего в контейнере. Так. Я не слишком усердно вымешивал, но вам рекомендую лучше. Просто я не хочу занимать время. Запускаем мясорубку.
Правильно говорят, спешить, людей смешить. Толкатель. Время ужина. И здесь хочется, вот и спешу. Всего 1,5 килограмма мяса. В принципе, можно было бы и больше. Но у меня было всего лишь 1,5 килограмма. Теперь нужно его завязать. Либо зашить, что проще было бы. Ну ладно, я зашью. Надеюсь, показывать, как это не нужно. Берется иголка, просто чтобы не занимать время на одевание, протягивание нитки, и зашивается. Вот. Дальше уже приступим к варке. Ну вот, колобок готов. Я его зашил. Но просто, если бы я набивал его колбасным шприцом, можно было использовать более тонкую насадку, и тогда не нужно было бы так сильно срезать шейку. Ее можно было бы легко завязать. Но так как все же пришлось набивать более толстой насадкой, пришлось больше срезать шейку, и метод зашивки получился более удобным, чем метод завязки. Теперь я положу колобок в мультиварку, установлю режим мультиповар, так, установлю температуру 80 градусов и установка времени. Я поставлю 6 часов, но теоретически должно занять значительно меньше времени. Я через несколько часов воткну в колобок этот щуп, термометр, датчик, и посмотрю, какая температура внутри. Вот когда начнет достигать 70 градусов, тогда колобок готов. Так, время. Час, два. Старт. Закрываем крышечку. Ну, буквально каждые полчаса буду подходить и открывать крышку, выпускать воздух с мультиваркой. Вот. И, кстати, если у вас нет мультиварки, либо вы чем-то не любите мультиварки, можете сварить колобок в духовке. Также устанавливаете 80 градусов, ложите туда колобка и варите до достижения температуры 70 градусов. В духовке это займет от 3 до 4 часов. Все, встретимся через некоторое время, когда будет готово. Ну вот, наш колобок после охлаждения. Хотя, скорее всего, это уже не колобок, а полуколобок, а то и четверть колобок. И опять зазевался с охлаждением, и его распробовали, так сказать. Но это говорит только о том, что колобок удался, и он вкусный. И вы, наверное, смогли заметить, что реально на приготовление этого колобка ушло всего лишь несколько часов. Я готовил его в мультиварке. Температуры 70 градусов внутри колобок достиг мультиварки через 3 часа. Но я ему позволил полежать там еще полчаса. И в общем температура внутри достигла 72 градусов. Но это никак не повлияло на вкус колобка. Жиры не ушли, все на месте. Все вкусно, хорошо. Итак, если рецепт понравился, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также в комментариях, пожалуйста, подписывайтесь, задавайте вопросы, ваши предложения и советы. И до будущих встреч!